привет! С вами Фанфик, и сегодня я играю в Many Days 2. Я это... Что? Опять? И это рубрика «Бомж». Смысл рубрики... я захожу на любую локацию, собираю оттуда предметы. Например, я собрал спортивный костюм. Дальше, ну, нашел себе фуражку и, например, какую-нибудь биту. Я должен с этими предметами идти дальше по локациям и не использовать свои основные предметы. Это первая часть, и мы отправляемся в Кукуево. После, если вам понравится эта рубрика, мы отправимся в деревню Ноябрьск или руины Чаек, смотря что получится. Ну, а мы начинаем играть Джучичана. Так, мы появились на локации. И нужно лутаться. Так, тихо. Ну, мы можем по стелсу сейчас всех перебить, да и кайфовать спокойненько. Так. И тут пусто. Давайте хотя бы энергетик. Чё вы жадные такие? Тоже пусто, офигеть. Первый домик. Надеюсь, тут... О, чёрт. Не хочется, мне кажется, идти с ним в рукопашную. О, лес. Через эти деревья сейчас обойдем его, да и все. Только нужно успеть. Успел. Все, валим, пока он не прибежал на место охранения этого дома. Так, пусто. Телефон. Зачем мне телефон? Ох, ну. На. Теперь нужно попасть в дом. Надеюсь, в доме будет хотя бы хоть что-то. Пусто. И скотч. Да блин, дайте мне хоть какую-нибудь снарягу. Дайте хоть гаечный ключ. Хоть что-то. Надеюсь, тут что-нибудь будет. О, веревка. Мусор, ладно, поднимем пока что. Бинт. Так, я обижал его. Так, быстренько оббегаем дом. Пиломатериалы. И сундук. Сундук нашли. Кайф. Пожалуйста. Ижак. И патроны. Ну. Иж. Кайф. Все, мы сейчас всех перебьем отсюда. Так, ну только нужно... Пусто. Ладно, давайте побежим за морожкой. Нужно покушать ее, а потом отправиться вниз. Так, давайте покушаем ее. Так, надеюсь, так это электростанция. Так, быстренько посмотрим. Моток проволоки, ладно, возьмем. Тихо. Должен взять эту морожку и отправиться вот в эти дома. Здесь я там хотя бы найду хоть какую-то броню. Так, ну вроде все. Уже не так страшно. Ладно, давай с зелененьким. Давай. На. И давай кулаком. Так. Давай. В платьишке, давай ты. На. Капец, назвал ты. Давай кулаком. Патроны надо все-таки экономить. Мусор. Ладно. Так. Нет! На! Да попади же ты по ней! Давай! Маслитель? Блять, или нет? Или да? Так, надо... О нет! Если тут будет здание где-то рядом... Ах, черт! Ну, ладно. Ну, а теперь переходим к подсчетам добычи. 7 древесины и 2 компонента. Теперь переходим к предметам. Веревка, бинт, патроны, масляный фильтр и ИЖ-70. Ну, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Ну, всем удачи и всем пока!